Преподавателя медуниверситета Астаны уволили после обвинения в домогательстве. Одна из учащихся вуза заявила о харассменте с его стороны. Девушка сообщила об этом в социальных сетях. По ее словам, она пришла исправлять оценку, но в итоге подверглась действиям сексуального характера. Закрывает изнутри дверь и как бы такой говорит: давайте типа поднимайте бюстгальтер. Он стоит, короче, сзади и вот так вот запускает руку, типа через ворот опускает руку и вот начинает типа жамкать, мять грудь. И я просто вот так вот отдернулась, говорю, я стесняюсь, мне типа страшно. После этого он, короче, немножечко возмутился. Что стесняетесь? А, я же врач, я каждый раз таких вижу, типа у меня люди, типа вот, я сколько работаю, я врач. Я такая потом, короче, села просто, и у меня уже началась истерика. По словам девушки, все это проделывал преподаватель, которому она годилась во внучке. После того, как студентка начала плакать, он стал задавать ей отвлекающие вопросы и делал вид, что ничего не произошло. Учащаяся медуниверситета сразу же написала о случившемся своим однокрупникам и включила диктофон. Однако сам преподаватель уверял, что он лишь хотел проверить молочные железы девушки на возможные уплотнения. Используя аудиодоказательства, она написала заявление не только в деканат, но и в полицию, где уже начали проводить досудебное расследование по статье «Насильственные действия сексуального характера», которая предусматривает от 5 лет лишения свободы. По итогам дисциплинарной комиссии преподавателя уволили, а студентки обещали оказать юридическую и психологическую помощь. В рамках расследования принимаются все необходимые меры для установления обстоятельств дела, а также проводятся следственные мероприятия, направленные на обеспечение полноты досудебного расследования.